Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, вот у нас и показывается как раз новый персонаж, Вуконг. Вот у него обычная атака, я так понимаю, он бросает посох. Чем-то напоминает мне атаку воблера, а вот обилка, я не знаю, что он там делает. Бьет просто посохом. Ну что, сегодня у нас второй день ивента. Для этого нам нужно сделать следующее. Так, пройти Нефритовую империю, как я понимаю. Заявить рекламный мега-сундук. Это как так? И выиграть ежедневные испытания. Как мы видим, у нас тут разыгрывается король. Слушай-ка, разыгрывается король. А король у меня вообще по полной программе прокачан или нет? Так, сейчас я заберу здесь, пожалуй, в магазине что-нибудь. О, щитобот. Там что-то про рекламу было. Может быть, вот это надо смотреть? Так, ну что, рекламный мега-сундук. Выпадает нам 5 кристаллов и 2 башни. Ну что, друзья, мы уже выполнили с вами 2 задания. Нам нужно еще победить, я так понимаю, в Нефритовой империи. Это мы обязательно сделаем. Так, квесты. Здесь 2 кристалла. Кстати, 502 уже кристалла у меня, ребята. Это говорит о чем? То, что мы сейчас с тобой купим сокровища. Эпический сундук. Фух. Да ладно, вы серьезно, что ли? Ну, ребят, ничего не поделаешь. Что выдали, то выдали. Так, арена. А здесь мы забираем с тобой 15 джиггернаутов. Плюс нам выпадает бог ветра. Пагода 20 штук. Ну, в общем, все прекрасно поняли, что мне тут выпало. Ничего хорошего. Ну, а мы с тобой идем дальше на арену. Тьфу. 26 уровень, ребят. Ну, понятное дело, что сейчас разнесем их просто в хлам, в дребодан. Со своим трансформатором. Сидят там, думают, что им все можно. Ага, конечно. Ну что? Давай, наверное, тык уголового вызовем. Справится он один, как думаешь? По идее, должен. Блин, бомбер летит. На тебе. Получи, распишись. Ага, ага, трансформатор начал тут электричеством бомбить. Да слишком поздно, понимаешь, слишком поздно. Ну что, мы с тобой выиграли здесь, на арене. Так, и продолжаем с тобой что? Значит, нам нужно с тобой выиграть на Нефритовой империи. Соответственно, это мы идем с тобой в бой. В данный момент мы находимся на территории нежити. Ух ты, ух ты, ух ты, чумнуха здесь. Так, ребят, здесь надо... Не знаю, ниндзя справится с чумной мышью или нет. Проверим. Все это надо, естественно, проверять. Так, выпустим, наверное, голема с тобой для начала. А вслед за големом уже выпустим нашу ниндзю. Так будет намного лучше и эффективнее. Так, а мой голем еще и начал хиляться. Ой, красота. Ниндзя, не спеши. Вот у него мания такая вот Тихо ты. А то начал там уже переливкой заниматься. Так, ураганчик к нам в помощь. Так, чумуху, чумуху, чумуху бомбите. Ну, тут, по ходу дела, все, ребят. Тут победа за нами. А расписали мы их по полной программе. Отлично. Так, ну что, продолжение. Продолжение не должно заставлять себя долго ждать. Ребята, нам нужно выиграть в Нефритовой империи. Такс. Ага. Тут добавляется Каспер, да? Недружелюбное привидение далеко. Против ниндзя он, конечно, очень хорош будет. Поэтому ниндзю я даже не знаю, что нам с ней делать. Он сейчас вызовет... Конечно, он вызовет сейчас чумную, скорее всего, в первую очередь. Некро. Ну-ка. Да, очень много отнимает, ребят, здоровья. Так, надо... Ага, некро, 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 бомби. Так,
молнии в помощь. Е! Молния ударила как раз куда надо. Минус еще одна некра. Чумнух запинали моментально. Слушай, да походу дела все, победа тут за нами. Нам она обеспечена. Да, так оно и есть. Вызовем еще мага с тобой. Ну это уже так просто. И победа. Далеко, как говорится, они здесь не продвинулись. Но мы их просто прижучили, ребят. Мы им не дали ни одного шанса. Так, а здесь у нас то же самое, да? Плюс старый воин. Ну, против старого воина у нас тоже есть козырь в рукаве. Конечно же, наш имбовый отряд, который разносит абсолютно всех и всяк. Так что давай его по полной программе использовать. Вышел голем. Опа. Тогда немножко меняются планы у меня. А, красавчик Ронин. Так. Тоже позовем чумнуху. Так, вот это вот лишнее. Ну и все. На замку сейчас будет крышка. Ай, красавчик прыгун. Помешали немножко ему, да? Успел он позвать голема. Но тут главная победа. Так, друзья мои, двигаемся дальше. У нас сундук, в принципе, да, готов. Забираем его. И здесь нам выпадает с тобой банши, 9 кристаллов и, опять же, прыгун. Ну что, захватчики у нас тут. Я, наверное, возьму вот этот отряд. Кто у него тут? Бородавочник плюс ползун. Надо успевать, успевать, успевать. Отлично, успели. Потому что если бы он нанес урон, ну, рядышком взорвался бы с моей бы базой, он бы нанес очень много урона бы нам. А, началось. Жалко, конечно. Оу! Вот. Вот они, ребят, печальные. Да я нафиг сделаю. Куда ж ты корни-то выстрелил? Господи, надо же было не так делать. Конечно же, не так. Вот, вот хорошо, что здесь хотя бы он прикроет маленько, да? Самурай в истерике. Да что? Ты достал уже, прыгун. Ой, прыгун, ё-моё. Ползун. Конечно же, ползун. Ну вот, вроде выкрутились. Ползун здесь далеко не будет. Кончились у нас, да, шипы. Ползун не любит вот эту территорию, которая замедляет, очень ее не любит. Ну, пару ударов и базу мы разнесем. Отлично. Так, ну что, продолжаем дальше. Кстати, у нас деньги есть, надо, наверное, потратить кого-нибудь на прокачку какого-нибудь юнита, именно по уровню. Так, куда нам лучше пройти? Нам, наверное, лучше здесь, вот в армии, да, это делать. Хотелось бы прокачивать кого-нибудь из спутник. Тот, кто нам действительно может пригодиться в дальнейшем. Давай-ка посмотрим. Здесь вроде бы как ничего особого нету. У нас нежить, мне кажется, самая прокачанная из всех, если посмотреть. Вот, например, привидение. Фига, у нас 1,5 миллиона денег, ничего себе. Редкий нежить воин. Ну вот, ребята, привидение становится у нас максимальным. То есть нежить у нас действительно прокачана вся. Ну, не считая, конечно, базы одной, да? Пряничный домик. Он сам себя исцеляет. Так, а что у нас тут идет? Бомбер, хилбот. Робот с ракетой.
Ох ты, толкай. Может быть, толкателя нам докачать? Отлично. Толкатели докачали. Этого теперь еще попробуем. Бот-паук. Красиво, красиво, ребята. И давай сюда еще остальные деньги сольем. Все. Денежку, как говорится, влили куда нужно. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем наши поединки. Мы переходим на второй этап. Здесь у нас, в принципе, по большому счету, ничего страшного нет. Та же самая команда, только прибавляется еще жаба с пушкой. Ну, естественно, здесь будет у нас выходить, наверное, самурай первым или как? Или потерпим? Нет, уже некогда терпеть. Ох. И урон нанесли все-таки. Ты посмотри, а. Все, ребята, фейлимся. Да. Просто этот хмырь нас оттолкнул. Мы пока в стане были. Естественно, ползун нас и задел. Ну, мы отомстили. Я только лишь это сделал. Не стал сдаваться, просто хотя бы деньги получить. Ну и, соответственно, чтобы поменьше нам всего было. А отряд мы возьмем тогда другой, получается, сюда. А раз они вот таким вот подлым делом делают, мы с тобой возьмем вот этот наш топовый отряд, который фиг пробьешь. Ну и на худой конец мы можем с тобой спокойненько захилять нашу базу, если понадобится. Угу. Ты посмотри, что творит, а? Иди сюда. Строчит он там, пулеметчик. Все, дострелялся. Нормально. Даже можно успеть друидку, мне кажется, позвать. Если понадобится, конечно, ну-ка. Ползун шел. Еще и застаненный какой-то был. Ну все, тут понятное дело. Мы базу с тобой разбомбили. Пилон забираем. И двигаемся дальше. Двигаемся с тобой дальше. Так, вперед. Ну здесь, я думаю, можно вернуться к нашему первому отряду. Во-первых, расстояние становится побольше, да? То есть нас уже не так быстро откинут. А против воблера пойдет наш тыквоголовый, само собой. Так, пока никто не ползет. Ага, это хорошо, что он просто вышел. Выпускаем с тобой самурая. Давай-ка так сделаем. Минус воблер. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нормально. Еще некро позовем с тобой. Воблер напоминает мне чем-то маленького смотрителя. Давай, дедуль, выходи, пожалуйста. Разберись-ка с ними здесь. Идет, идет такой громозека. Но он всегда, как пока только дойдет, мы уже басу тут запинали всю. Слишком долго ты дед идешь. Но он когда идет, аж земля трясется. Такие у него шаги. Так, и у нас предпоследний этап. В принципе, мне кажется, мы справимся этим же отрядом здесь.
Кого нам там позвать, наверное? Опа. Давай, давай, самурай, выходи. Ой. Блин, какой-то, а? Надо еще одного самурая вызывать. Возьмем воблера. Так, жаба с пушкой пошла. Что будем делать? Может быть, деда позвать нам, а? Или ты поголовного? Давай вот так вот сделаем. А теперь можно позвать и деда. Ну да. Что он тут уже сделает? Да ничего. Тотальное уничтожение. Так, вы завершен призыватель. Призыватель, да, значит. Окей, давай заберем награды. Так, ну и двигаемся дальше. Последний у нас этап. Здесь я возьму, само собой, наш топовый отряд. Мне нравится здесь башня. Она пробивает, особенно если красный луч, то все это тотальное уничтожение. Так, идет жаба с молотом. Ну-ка, Ронин, поможешь? Нет. Не стал он выбегать. Опа, разбомбили. Опять Ронин не вышла, а? Правильно, так этого бородавочника пускай там в отравленном яде плавает. Все, быстро, очень быстро мы как-то справились. Причем долго ждали, но босс почему-то не вышел. Так, сундук забираем, захватчиков, и смотрим. Лорд пустоты, жаба с пушкой, немножко денег. Долина подданных, собственно, персоны. Бродяга, опять бродяга здесь, а? Бродяга и рыцарь. Ну что ж, давай. Будем, естественно, контрить. Если успеем паладина вызвать, то вызываем паладина. Так, ну теперь, теперь нужно, естественно, нам вот так и вот так. Вот и славненько. Опа, разбойник даже не успел подойти, его запилякали просто. Он даже в инвиз не успел уйти. Ну все, тут, конечно. Так, тихо, смотри, смотри, бородяга пиликает. Ах ты, жук навозный. Он все-таки успевает по скорости пробить. А моего молотильщика. А это пошел смотреть. Ты не дрень. По барабану, война войной. А он говорит, обед по расписанию. И пошел, короче, обедать. Так, ну что. Опять здесь бродяга. Опять же, расстояние не очень большое между базами. Куда ты бежишь, хлыщ? Так, крестьянин. Ой, что у вас много-то? Надо подсобить. А вон, ребята, и бродяжка бежит. Не тут-то было, верно? Так, мы немножко сюда вот протянем. Эй! Да как так? Не успел? Успел! А мы базу сейчас запинаем. Блин!
Твою дивизию, я хотел... Я хотел, чтобы мы друидку позвали, ребят. Но, видишь, мы не успеем. Мы базу уничтожим быстрее ему. Твою налево. Как мы умудрились упустить, а? Ну как бродяга этот пробежал? Ну скажи мне на милость. Трындец. Ну что, давай заново тогда. А что поделаешь? Только я немножко, ребята, ускорюсь. Совсем чуточку. Ай! Успел! Красавчик ты мой! Ребята, он успел. Молотильчик успел наказать бродягу. И, по-моему, наша месть свершится, да? Мы с тобой успели забомбить все как полагается. Ну что, вот теперь, да, теперь можно спокойненько проходить вот этот вот этапчик. Тут, значит, магистр кислых щей добавляется. Квест завершен, тактик. Тактик, да, значит? Блин. Блин-блинский. Вот так придется делать. Иди-ка сюда. Бегает он мне там еще. Опять бродяга побежал. Побежал, но не добежал. Не успел, не получилось у него. Ну, давай, 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 давай. Как-то так. Что у нас тут? Три кристалла. Двигаемся дальше. Блин, а у нас закончилась энергия. Ай-яй-яй. Интересно, ну мне кажется, здесь вот если сравнить фехтовальщика и бродягу, мне почему-то кажется, что бродяга будет сильнее. Как бы вот их столкнуть так носом друг с другом, чтобы проверить. Тихо, 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 тихо. Еще давайте ты тут поливалки свои устраивать будешь. Давай, родной, выходи. Без тебя тут никак. Ага, минус жрица. А вот, ребята, и фехтовальщик, бродяга идет. Да, ну хорош, завязывай давай. Оп. И в клеточку их. За непослушание. Блин, бедная баллиста. Все. Два джиггернаута там замок разнесли подчистую. Так, у нас с тобой последний этап. Здесь нам надо взять чу-чу-чу-чу. Ну, в принципе, этот от... Король. А давай попробуем. Давай попробуем с тобой взять эту вот армию. Ну, то есть без имбовой справиться. Получится или нет? Если бы жнеца бы вызвать нам. Ай. Так, расстояние приличное. То есть мы успеем с тобой вызвать джаггернаута. Угу. И хочу позвать короля. Ой, короля, жнеца. Ха-ха-ха-ха, бродяга не успел. Тут и оно. Ну? Да ладно, он прям вот не выйдет.
Вышел. Друзья мои, король вышел. Но, как видишь, армия нежити все-таки его пробила. Ничего у него не получилось. Так, сундук подданных. Король. А у нас король, кстати, прокачан по полной программе или нет? А вот, ребята, нефритовая долина. Дай-ка я посмотрю, мне что-то интересно. У меня король-то как он там? А, ребята, у него всего лишь 82 уровень. Ну, уже стал 85-й. То есть у короля, да, все звезды. Вот у нас у пастыря всего 3 звезды. Это плохо. Это плохо. Ну что, друзья, нефритовая долина, кто-то сказал, верни обратно Таракошу. Даже не знаю, ребят, что и сказать. Таракоши. Он медленный. Он как танк хороший, но он очень-очень медленный. Ты это прекрасно знаешь. Так, самурай вышел уже. Естественно, против голема его стравливаем. Тут сразу же выпускаем ниндзю. Упал. Ну, а вот и терракошечка вышла. Собственно, персоной. А у мага, насколько я могу понимать, ребят, когда он бомбит, у него массовая атака. То есть он бьет не по одному противнику, а сразу по всем. И еще при этом он может застанить. Да и бьет он так прилично. Я имею в виду по расстоянию. Ну давай, 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 родные. Два мага. Прикинь. Вот и все. Вот и все. Два мага вызвать. Да, это было круто. А вот здесь вот немножко похуже, ребята. Тут всадник на журавле, как бы. Плюс расстояние очень маленькое. Если только ниндзя брать, как-то вот успевать. Но главное, чтобы ниндзя был в безопасности. То есть надо отправлять голема, получается, да? Или, например, жабу с молотом, а сзади уже ставить ниндзю. Только вот таким вариантом можно здесь что-либо добиться. Попробуем. Так, хорошо. Ну вот это не очень хорошо, ребят. Ну-ка, молния, может быть, нам поможет. Ну, в принципе, да. Замечательно. Ну, две ниндзи уже стоит, все. Ну, тут, как говорится, безвыигрышный вариант. Сейчас я еще богиню солнца позову. Мне просто нравится, как она выглядит. Такая летит. И вот этот луч, который она делает, тоже имбовый. Просто прожигает. Ну вот и все. Вот мы и выиграли. Блин, в эту игру бы хотел, знаешь, что еще? Какую-нибудь новую фракцию добавили, чтобы, да? То есть у нас есть нежить, у нас есть рыцари, у нас есть нефритовая империя, у нас есть роботы, еще каких-нибудь драконоподобных. Было бы прикольно. Так, подожди, а что это я на расслабоне? У меня тут самурай идет, а я тут о каких-то драконоподобных думаю, мечтаю здесь. Два самурая, да? Так, ну у меня жаба с молотом. Так. Это мы заберем. Оу, я и... Что же это? Я и забыл, что там Луджен, ребят. Ай-яй-яй, Луджен-то сейчас... Эх, сейчас начнется. Сейчас начнется, друзья мои, гадость.
Еще делает, отталкивает, а? Мы двух вуджена с тобой просто ушатали молниями. Но он еще одного призвать успел, а? Да как их пробить, этих каменнокожих? Ты вот объясни мне. Они просто не пробиваются. Ты посмотри, что творит, а? Не-а. Не могу, ребят, не получается мне пробить. Просто этот Луджен стоит сзади и бомбит всех, отталкивает. Мало того, что он бомбит, он еще и отталкивает, понимаешь? Не, это бред. Я в шоке. С каким-то вудженами справиться не можем. Блин, трындец. И магия у меня. Обычно мы с тобой берем, которая подтягивает этих вудженов к нам, и все. Ну понятно, короче, фейлимся. Просто вот посмотри, вот посмотри. Вот что нам пришлось с тобой сделать. Да. Я, конечно, в шоке. Эти вуджены, чтоб они горели. Ладно, мы с тобой переиграем. Здесь нам надо будет взять что? Ну, вот этот отряд, естественно, здесь прыгун зарешает все, потому что он может перепрыгнуть через всех этих хламонов. И, соответственно, да какой там прыгун, тут может даже вон смертельный луч этот бомбануть, да и все. Или то же самое отражение. Он будет стоять там через отражение, ему вернется урон. Вот и все, видишь, как быстро. Все, решается буквально за 3 секунды поединок. Там же нам пришлось с тобой, да, выкручиваться жестко. Так, ну что, здесь у Джена нету? Нету. Значит, спокойненько берем с тобой вот этот отряд. А, тут черепаха, по-моему, да? И черепаха, ну тоже не в указ. Ну что, выпустим, хотя подожди. Сейчас попробуем. А вдруг успеем с тобой жнеца позвать? Кстати, вполне вероятно, что успеем. Угу. Так вот, черепаха, это, конечно, не очень хорошо. Хоп. И пошло. Хоп. Сенокос начался. Ай, красота. Ай, красота, друзья мои. Ну и все. Жнец там один раскурочил все. И последний этап. Здесь у нас богиня солнца. Блин, с ней нихуя. О, еще и вуджен. Не-не-не. Тут, конечно же, берем наш топовый отряд. Тут даже не обсуждается. Богиня солнца плюс вуджен. Мы их вообще никогда здесь не сможем пробить тогда.
А так, сейчас сделаем с тобой попроще. Вызываем мага-воина. Ага. Берем чумнуху. Ронин. Щух. Угу. Так, карточка на черепаху. Я что-то не понял. Прыгун, давай-ка. Есть, богиню солнца просто наказали. Хоть-хоть, на. Прыгун там начал наяривать, как это, чу-чу-чу-чу. Без остановки. Ну что, забираем с тобой сундук Нефритовой империи. Так, 12 карточек на богиню солнца, но она у нас прокачана. И вот, ребят, мы с вами в портал. Так, 14 жнеца, 15 ядерного робота и трансформатор, 15 карточек. Тю. Так, нежить, роботы, нефритовая долина. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Пришлый, да, значит? Пришлый и жаба с молотом. Пришлый, пришелец. Ну что ж, давай думать. Давай думать, если мы с тобой воблера отправим. Хотя... Давай я воблера отправлю. Естественно, естественно похищает. Пускай лучше похищает колобков, да? Вот, колобка похищай и катись отсюда колбаской. Ну все, он преимущество свое потерял, друзья мои. Дальше мы просто его сейчас запинаем возле этой базы. Без каких-либо проблем. Окей. Так, что у нас там дальше будет? Воблер с молотом жаба и опять же пришелец. Попробуем взять вот этот отряд. Блин, у нас здесь танк очень дорогущий. Джаггернаут, да? Он стоит 250, ребята. Его не хотелось бы терять от какого-то пришельца. А, прикинь? У нас сработала, друзья мои, сопротивляемость. Но это же пришелец может сейчас украсть у меня джиггернаут моего родного. А он, в принципе, так и сделал. На тебе. Ну, фехтовальщика не так, как говорится, страшно отдать. Джиггернаута было бы обиднее потерять. Е! Забомбили. Так, давай дальше. Третий этап. Здесь слизень-морпех. Ну, если у нас баллисты будут стоять, в принципе, этот слизень вообще ничего не сделает нам. Мне понравилось, как фехтовальщика этот пришелец не смог похитить. Он уклонился каким-то образом. Проверим. Ай-яй-яй-яй-яй. Иди отсюда. Давай, Джаггер. Так, и теперь вызываем баллисту. Станет еще вот он станом своим, конечно.
Молодец, фехтовальщик, красавчик. Так, ураганчик. И еще одну баллисту позовем на помощь. Да, в принципе, тут все, ребят, тут победа. Разобрались как с этими, да, как со сумками. Ну что, переходим дальше. У нас предпоследний этап здесь. А что, только на топовом отряде? А, вот здесь есть. Попробуем. Попробуем здесь отыграться. Эй, парень, спокуха. Сейчас попробую богиню солнца быстренько накопить. Давай, 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 давай. Ну, ё-моё, ну... И ничего не попали, да? Ниндзя, да не беги ты вперед, как... Вперед, паровоза просто бежит. Замечательно. Еще ниндзю позовем одну. Молнии. Ну что я тебе скажу, все, ребят, победа. Ускорение еще. Даже не понадобилось. И последний этап. Ага, лорд пустоты. Лорд пустоты собственной персоной. Ну что, как обычно, тактика у нас неизменная. Вызываем мага-рыцаря, потом Ронина, потом, наверное, прыгуна. А вдруг пришелец будет? Так и есть. Ой-ой-ой. Что-то я забыл про эту тактику-то ихнюю. Хорошо, что Рунин успел, а? Погибнет, правда, но... Иди отсюда. Ах ты жук. Ну, они сейчас тут вдвоем начнут наяривать. Все, 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 победа. Как-то так. Забираем сундук. Ну, тут жабы с пушкой, жаба с молотом. А мы переходим на территорию нежити. Территория нежити отличается умом и сообразительностью. Поехали вот с этим вот отрядом. Не забывай, что здесь зомби. Мне одного непонятно, как может зомби обычный обратить вот этого робота. Как ты сразу отправил некро? Такое не может быть, потому что, ну, по приори, ребят. Как бы это объяснить-то? Блин. Оу-оу-оу-оу. Ага. Другого варианта просто не было. Иначе бы нас эти тараканы зажрали бы. Колобки. Так, всадник на жерле, выходи, выходи, выходи. Давайте, давайте эту некру свою бомбите. Есть. Все. Ребят, получилось. Блин, нифига себе. Как это некро может проблем создать, а? Практически на пустом месте. Так, ну что, у нас последняя энергия, ребята, отыгрываю. Ну, здесь, понятное дело, победа будет за нами сразу же. Они тут ничего не успеют сделать. Сейчас, смотри, такие эти черепа здесь еще смеются. И духов выпускает. Опа. Тихо, 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 родная. Чумнушка, успокойся.
Иди отсюда. Заморозка. Бомбим? Конечно, бомбим. Все, прыгун, когда в ярости, ребята, возле замка появляется, перепрыгивает, когда там мало шансов вообще на спасение. Ну что, у нас энергия с вами закончилась. Ивенты на сегодня. Подожди, нефритовый вампир. А что здесь нужно? Нефритовый разрушитель. Подожди, осталось 5 дней. А как я за 5 дней, ребята, пройду, если у меня тут 7 дней? Почему вот это вот? Нефритовый... Наверное, я должен был 2 раза победить нефритовую империю, да, скорее всего? Да, скорее всего, но, как ты видишь, у меня нету энергии для того, чтобы до нефритовой империи добраться. Это хо-хо-хо, сколько нужно. Давай попробуем, наверное. А завтра это уже будет поздно. Ну, не получается, ребята, хоть ты тресни, вот не получается и все пройти нам. Ну, в любом случае, мы поиграли сегодня хорошо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.